Это его право. Скрывать лицо, ходить в парандже. Идите, он, гоняйте мусульман, который ходит в парандже. Идите, гоняйте. Чего вы не гоняете? Скажите, с какой целью человек скрывает свое лицо? У него, он хочет защитить себя от гриппа. Вы знаете, что эпидемия. Какой целью он с ним защитит? Где он скрывает свое лицо? А я считаю, что он скрывает свое лицо. А то, что вы считаете, это, знаете, ваше личное дело. Право нарушения. Какое право нарушения? Вы законами вообще элементарно знакомы, или вы козырек надели и больше вообще ничего не соображаете? Не надо кричать. Объясните мне, на каком основании вы будете рассказывать, кто-то имеет право закрывать лицо, кто-то не имеет права. Где это записано в Конституции? Как, то, что вы считаете, что вот вы сейчас говорите, что этот человек собирается совершить правонарушение. За это вас можно давать под суд, снимать с вас погоны и выгонять нафиг с милиции. Понимаете? Потому что вы вы бросаете тень подозрения на человека, то есть вы его оговариваете. Раз вы его оговариваете, вы как правоохранитель поступаете с ним некорректно. Он имеет право на вас подать в суд. Вот запомните, вот это майор, забыл, как его фамилия. Ну, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, ну, подполковник, неважно. Представьтесь, пожалуйста, чтобы человек, которого вы оскорбили тем, что вы сказали, что он собирается решить правосудие, чтобы он подал на вас в суд. Что вы ждете? Что вы ждете? Вам нечего ждать. Я жду ответа на вопрос, какой закон нормирует запрещение ношения каких-либо масок. А вот я вас как организатор акции предупреждаю. Что о недопущении нарушений общественного порядка. Хорошо. Не зажигаем дымы, не зажигаем фаера. Где такое записано? Закон! Закон! Ваше желание, понимаете, ваше желание. Это, понимаете, вот всем тут стоящим, это до одного места. Знаете почему? Потому что вы слуги народа. Раз вы слуги народа, вы обязаны исполнять наши требования и наши желания. Свобода собраний, конституционная гарантия. Поэтому вы тут просто стоите, исполняете свою корректную функцию. Будут правонарушения, тогда вы там предъявляете какие-то претензии. Предупреждаю. Не будет. Мы будем проводить все в рамках закона. Но про неношение там каких-либо там повязок, про незажигание каких-то там дымов, которые вы там, я не знаю, там фантазируете. Законов нету. Законов нету. Поэтому не прописывалось использование пиротехники. А в нашем уведомлении прописывалось, что я выйду в этом пиджаке. Объясните мне. Может, вы мне предъявите претензию, что я вышел в пиджаке, а должен был. Не надо меня предупреждать. Я понял, ваше предупреждение. Нас не надо предупреждать. Мы люди законопослушные, выступаем за украинский порядок, в отличие от вас. И мы рано или поздно в этом государстве наведем порядок такой, что вас не будет на вот этих правоохранительных посадах разных. Вы не будете торговать подпольно наркотиками, вы не будете крышевать преступность иностранцев, и вы не будете... Будет порядок. Так что не надо тут никого пугать, вас никто не боится. Извините, он к своим. Можно людям руку вам пожать? Вы очень правильно. Если есть какие-то претензии, суд и, пожалуйста, есть для этого суд. Правда, он тоже продажный, но это другое дело. Есть еще какие-то испытания? Нет. Что-то, до побачення.